Первый троллейбус появился в Германии в 1881 году. Его автором был инженер Сименс. Я думаю, вам эта фамилия о многом говорит. В России же первый троллейбус был испытан весной 1902 года на петербургском заводе Фрезе и Ко. А в 1904-1905 годах инженер Шуберский предложил запустить троллейбус между Новороссийском и Сухуми. Проект даже начали прорабатывать. Но реализован он не был. Зато по-настоящему массовым видом транспорта троллейбус стал уже во времена СССР. Самая первая линия была построена в 1933 году в Москве, вдоль Ленинградского шоссе от Тверской заставы до метро «Сокол». Но если мы посмотрим на справочник городского планировщика 1979 года, то там будут расписаны плюсы и минусы каждого вида транспорта и как выбрать оптимальный вариант для городов разного размера, где троллейбусы почти во всех вариантах должны были взять основной объем перевозок в городах от 250 тысяч человек. То есть, если до 250 тысяч, то, возможно, да, троллейбус там не нужен. Но если выше, то троллейбус — это точно ваш вариант.